Здравствуйте, дорогие товарищи. Как я и обещал, после Atomic Heart будем играть в System Shock. Да, как-то так. И, собственно, небольшая предыстория System Shock. То есть это не новая серия. Оригинальная игра вышла в 1994 году. Была создана Уорреном Спектором. Это человек, ответственный за пару данжен-кроулеров Ultima что-то там. Но самое главное его творение — это вот, собственно, System Shock. И впоследствии Deus Ex, которая была создана на пару с товарищем Джоном Ромеро, выходцем из IT Software. Собственно, у Джона Ромеро была Дайкатана, у Уоррена Спектора была Deus Ex. И, собственно, Deus Ex — это теперь икона Immersive Sim'ов, как и System Shock, от которого, в общем-то, все это началось. А Дайкатана, в общем-то, где-то там, вместе с Джоном Ромеро. У System Shock было продолжение, вторая часть, уже сделанная Кеном Левином, который использовал эти наработки для того, чтобы сделать Bioshock, потом Bioshock Infinite, потому что Bioshock 2 он за него не отвечал, хотя это делала практически та же самая студия, которая делала первую часть. Вот. И у концепции есть продолжатели. В данном случае это, по большей части, можно сказать, это Arkane Studios, которая сделала Dishonored и Prey. Prey, можно сказать, это прямой потомок System Shock. Ну или System Shock 2, потому что во второй части оформились те идеи, которые мы обычно зовем System Shock, как мне кажется. По крайней мере, я впервые познакомился с серией непосредственно System Shock 2. Вначале не понял, что это такое, а потом как понял, и еще раз как понял, а потом еще с модом Infinity попробовал, так вообще очень сильно понял. И да, кстати говоря, Atomic Heart очень сильно сравнивает с Биошоком, то есть это, можно сказать, косвенное какое-то продолжение линии Immersive Sim'ов. Там Уоррен Спектор, кстати, еще сделал серию Thief War, у которого есть отличная фановая комьюнити, и они на движке Дума 3, ID4, сделали свою версию War'а под названием The Dark Mode, где, в общем-то, все механики из War повторены, и комьюнити реально выкладывает до сих пор кучу всяких карт. Ну, в общем, собственно, там стенсильные тени и так далее. Но вернемся к System Shock. И, значит, ситуация такая, что после второй части, несмотря на то, что это была прорывная серия, там инновативный геймплей, она немногим зашла, потому что не очень хорошо продавалась. Ну, какие-то маркетинговые решения были неверные, какие-то геймплейные решения запутывали игрока вместо того, чтобы разъяснять. И это приводило к тому, что массовый игрок прошел мимо. Ну, как бы сравните Doom 1-2 или там Duke Nukem, где бегаешь и стреляешь, и тут, где нужно какую-то там инвентарь искать, что-то переделывать, что-то там разбирать, что-то взламывать. В общем, как-то непонятно, как говорилось в Comedy Club в скетче. И вторая часть, она тоже не очень хорошо выступила, хоть и застолбило место за собой главного Immersive Sim'а. Ну и потом Bioshock, да-да-да, все дела. И, в общем-то, сейчас System Shock 3, он где-то там на задворках производственного ада,
Он вроде как есть, а вроде как нету. Такой систем шок Шрёдингера. Уоррен Спектр, который должен был заниматься опять этой игрой, он, по-моему, написал о том, что нет-нет-нет, мы уже больше не занимаемся, как бы что-то там пошло не так. Ну а System Shock первый получил ремейк. Делала его Night Dive Studios, который занимается переделками старых игр. Вот недавно, кстати, сделал хороший ремастер Quake первого. Я прошел, мне очень даже понравилось. Дальше, что они еще сделали? Они сделали ремастер про Voodoo Man, кажется, так называлась игра. Вот. Мне в свое время хотелось в нее поиграть, и ее даже хвалили, но что-то не получалось, они на своем кекс-энджине все это делали. И сейчас у них в процессе есть ремастер Сина. Помните? Там, где Джон Р. Блейд, такой крутой полицейский, а-ля чувак из Demolition Man. Ну вот, и там, собственно, оно еще где-то там рождается. Вот, где-то там же родится ремастер System Shock 2, они обещали, по крайней мере. Ну и, в общем-то, они решили в 2017 году заняться System Shock 1, выложили компанию на Kickstarter. Народ поддержал это рублем. И дальше какие-то проблемы начались, потому что они вначале делали на движке Unity, потом хотели переделать под современные игровые стандарты. Эти бейкеры на Кикстартере сбунтовали, сказали, что за фигня. Вот. И товарищи из Night Dive Studio поменяли концепцию разработки, и это, в общем-то, высокотехнологичный ремастер старой игры. Ну, что ее хвалят и, собственно, недолюбливают. То есть где-то там, я так понимаю, что где-то там вот эти вот старые решения старого геймдизайна, они на то и старые, чтобы от них отказываться. Ну вот, из-за того, что фанаты захотели все-таки old school, мы получим этот самый old school. Вот мне даже интересно, что там будет, насколько сведет мои old school от этого. То есть должна быть современная обертка и старый геймплей, старый геймдизайн. Я не знаю, посмотрим. Ну что же, я тут что-то пытался начинать, но как-то так не зашло. Давайте по-нормальному сделаем все. Так, новая игра. Тут интересные выборы сложности, о том, что можно от 1 до 3, ну, как бы легко, нормально и сложно. И причем на все эти, на параметры вот эти, бой, задания, киберпространство и головоломки. В общем-то, даже интересно. Вы будете озадачены, да? Прикольно. Какой-то вызов прямо такой. Ну, я даже не знаю, даже не знаю. Может быть, бой я не очень хочу? Нет. Ладно, не будем выпендриваться, будем играть. На самом деле. Средняя сложность, как бы. Кто захочет, тот. А мы начинаем. Product placement. The following daily summary for Thursday, April 7th, 2072 is brought to you by the Tri-Optimum Corporation. It's been a beautiful day in New Atlanta. Sector 11 in particular has a beautiful sunset right now. Temperatures are set to hit a monthly high of 28 degrees Celsius for the next 2 days. And the current visibility forecast for air traffic is hazy with pockets of Atlanta fog. Starting at 120 meters going.
как дымится. О, я тебя вижу, вон тот дрон улетел. Ну ладно, посмотрим, что там. О, моя хата. Я играю на гитаре. Мотоцикл есть. Приставочка. Гантельки. Конечно, я бы сказал, что здесь очень дурацкая конструкция. То есть у нас здесь мокро будет, потом сухо. То есть по-нормальному надо было душик поставить здесь. Здесь унитаз, а здесь, собственно, раковину. Чтобы выходить сразу же сюда и вот так вот. На... Ладно, люди не думали особо об этом, скорее всего. Ладно, давайте. Пойдем. А, донат. Какие-то апгрейды. Ой, что это за тачка там? Здоровенькие были. Второй оптимум, да? Fuck you. Офис. То есть мы на станции Цитадель. I'm currently attending to other affairs on the station, but I have a job for you. If you do it, you'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. То есть государство Трайоптиум. Королевство Эдварда Диего. Besides, what surgeon would you prefer? Trioptimum's elite or some black market hack job? Прикольно у них. Fantastic. Покрытие головы. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. Ага, а мы на станции Цитадель. Ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. Мы на станции Цитадели, нужно снять этические ограничения с ИИ, который контролирует станцию Цедаль. Так сказать. Что может пойти не так, да? Да, согласна. Нормально. Заходим с админом. Что-то хекс-коды меняем. Дезассамблируем. Ломаем. Политического интеграции, да. AI personality unstable. Прикольно. Слушайте, он такой мускулистый хакер, да?
То есть следи за своим здоровьем. Аля, бегать придется внезапно. Сто двадцать восемь процессором, 5120 гигабайт. Ноликов добавили там, знаете, из разряда. Так, что это, где это я? Че, никому факт не показать больше? Блин. Что происходит? Так. Здесь кто-то еще лежит. Интересно. Ага. Есть контакт. Позабираем всякого. Чтобы тут не лежало, все заберем. Это первая традиция лутер-шутеров. Полезно, не полезно, пофиг. О, карточка. Какой же хакер без карточки? О, смарт-часы. Супер. Модуль V1. Супер. Давайте посмотрим, что там у нас. Мусор. Интересно. Подожди, она дает какие-то бабки? Мусор, 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 мусор. Кредитки дает? Это не дает вроде как ничего. Интересно, что такое 2. Нафиг лайк. А че дает какой-то бонус? Это тоже дает какой-то бонус. Ой, это можно так положить, а я не знал. Это ничего не дает. Что-то дает, это что-то дает. Это, в принципе, тоже мусор, но тоже что-то дает. Это ничего не дает, ничего не дает. Это что-то дает. Ну, нормально. Накидали, набросали, там все дела. Что там у нас еще такое? О, кредитка есть. Кредит есть. Кредит есть. Ни хрена не дает. Окейшки. Замечательно. Что это такое? Лично так. Я, пожалуй, возьму. Так. Ага. Повышает здоровье там или что там? Так. Давайте посмотрим параметры. Па-па-па-па-па. Специальная возможность.
Интерфейс, литий, изгибы. Это нормально. Нормально. Показывать обучение, да, хорошо. Управление, привязка клавиш. Spacebar. Смена режима. Что такое смена режима? Left Alt, прицел, да. Стой, 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 стой. Значит, я это нажал, нет, ничего. Интересно. Так. Киберполе, игра. Здесь 5:9. Ну, классика жанра. Влево-вправо. Как? Ничего не понятно, но очень интересно. Что-то здесь темновато, да? Графика. Так, это не то. Кружка, скальпель, ничего интересного. О, новый код. Ник, я понимаю, что ты здесь новенький, но запомни уже. Код двери в медицинской каюте 451. Больше не забывай, у нас там важная персона восстанавливается после нейрохирургии. Сам Эдвард Диего, операционный директор станции, похоже, очень этим озабочен. Если вдруг в состоянии гостя будут изменения, немедленно мне доложи. Кроме того, в медкаютах нужно убрать в кладовке. Там все еще лежат личные вещи прошлого пациента, который скончался в том месяце. Перетащи их в складской отсек служебного тоннеля к северу от медкают. Именно там хранятся личные вещи пациентов, которые умерли во сне. Своего рода бюро находок, хотя кому они уже понадобятся теперь? Вот так вот. Инвентарь, медиа. Назад. Что-то мы с этим услышали. Это мы слышали, да. Окейшки. Откройся, сезон. Пам-пам-пам. Так. Кто где? Не смотри. Защита палубы. Так. 4-5-1. Классический ныне код для начальных уровней. Ой, здравствуй. Да блин, что ты такой дерзкий? Батончик. Батончик. Еда, да? Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites. And level 7 is systems engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on level 9 and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay on Citadel Station. Здравствуй, да. Посмотрим. Ну, этот чувак пока еще не вызывает никаких проблем. Whoever finds this, take out the cameras and the CPU notes, and you'll gain more control over the level
где тут девушка? А вот девушка. Ага, вот она. Неужто тебя конвертит во что-то другое? Это походу... Эй, я первый был. Ты не это. Ты тут не это. Эй-эй. Руки у тебя длинные, конечно. Совмещать, прикольно. Это хорошо. Ладно. Еще один баджик. Алексей Бериток. Аластер Дэви. Такое ощущение, как будто это эти. Ой-ой, не то, блин. Что это за стамина? Патроны нам нужны. Термос. Что нам термос? Термос нам не нужен. Это что такое термометр? А, что-то можно тут... А это что у нас такое? Блин, пока что, наверное, подбирать ни хрена не надо. Набирая, потом когда-то надо утилизировать. Да-да, тут надо утилизировать вещи, чтобы за них кредиты дали. Ой, здравствуй. Да блин. Не похоже, что у вас что-то там получилось. Честно говоря. Шудан буквально разрывается на части. Она контролирует и мониторит все до единой системы на станции, поэтому неудивительно, что ее встроенная система защиты сдает сбои. Прямо сейчас она случайным образом блокирует складские шкафчики, а коды доступа к ним сохраняет в киберядрах, доступных только через киберполе. Загружая подобную бессмысленную информацию туда же, где сохраняются конфиденциальные данные, она создает уязвимость. Я прикажу Шодан генерировать систему защиты от хакеров до устранения этой проблемы. Окей. А может, не надо было?
что-то там генерировать. Так. Вообще ничего. О, физика. О. Прикольно. Это не это. Вы не это, да? А то вот это, вот это. Всем будет больно и плохо. Космическое пространство, да? Кто мы? Хакеры. Так. А теперь просто сюда уже не пускают, да? Мы зашли и хрен мы выйдем, пока не деактивируем. Пипец. Выведет. Давайте. Ауч. Во-во-во-во. Фига себе. А это что у нас? Обратно выкидывает, да, то есть это такой ускоренный режим возвращения. Так, подожди, я здесь был или не был? А, был, извините, обратно. Теперь все как будто такое. О, щит. Ауч. Не надо так. Да?
конца. Это нормально. Что это значит? Почему у меня все поменялось? Это непонятно. Так, ну теоретически. Обратно выкидывает. Что-то мы сломали. Сейчас полотенце. Кто-то еще желает пободаться? Наверное, сюда. Поплыли отсюда. Прикольно. Прикольненько. Так. За 3 кредита. О, у нас теперь будет пистолет. А, да, точно, инвентарь. Нафиг мне это нужно. Так, так, так. Так, так. Так, параметры, я помню, там было какое-то такое, что... Ну, конечно, так себе прицеливание, блин. Можно было делать по-нормальному, а не вот это все. Что-то там какое-то грязное все. Ой, я там вижу... киборга, что ли? Так, я пошел туда, потом пошел вниз. Я бы, наверное, взял. Иногда работает. Пистолет. Ты такой большой, блин. Ага.
пистолетик. Работает. Печально. Хорошо. Сожрать что-нибудь. Нет, это не сожрать не получится. Спускается. Так, я бы, наверное, пошел подлечился для начала. Тем более, что я все равно на медицинской палубе. Правильно, здесь? Ну, почти здесь. Да. Такое. Так, ага. Что-то новенькое. Я такой штуку еще не видел. Па-па-па-па. Теперь
Прикольно. Нет, все-таки так надо. Допустим, идея как противно ведем. Но это тоже не работает. Нет, фигня. Что такое? Нет, не работает. Какая забавная штука. Я пока ни хрена не понимаю. А лифт приехал или нет? Нет, не лифт. Это тоже не то. Это тоже не то. Лифт отключен. Так. Оно загорелось. Какие-то тут вообще варианты есть. Я тут особо-то вариантов, куда двигать-то не вижу. У нас есть вот такая вот штука. Нет, так не работает. Смотрите, соединяется, да? Это пропускная штука. Это можно потом пропустить. Нет, нельзя. А что, она загорелась тогда? Ну, есть у меня такое ощущение, что все-таки таким вот образом надо. Так загорается. Это так загорается, это так загорается. Это такое, то потухнет, то погаснет.
они не пойдет никак. Так пропускается. А, наверное, все-таки туда надо пропихнуть. Такая вот хрень, да? Пойдем, полечимся. Пистолет у нас есть. Где мой черный пистолет? Там мы были. Тут мы еще не до конца находили. Ходим тут, блин, с формочками. Так, здесь мы тоже походили, побросали, собирали всякие интересные штуки. Пойти сбросить куда-нибудь эти бирки, не может потом понадобиться, но вот здесь, кстати, хорошая вот это вот. Аластер Дэви, Алексей Бирьяк, что там такое, Андрей Бург, Амия Истерны. Окей. Чисто забавно пособирать. Мой внутренний коллекционер этого требует. Патронов нету, извините. Я первый был. На F забрать все, да? Куда ты стреляешь? Сломаны. Столько всякого мусора валяется.
Это мы возьмем. Это нам не надо. Это нам не надо. Что это такое? А? А тут что надо сделать? Альфа, гамма. Что-то я такое вижу. Так. Фига себе. Случайненько так все сделал. Я только настроился на то, чтобы посидеть, подумать там это самое. Раз, два. А, нормально. Нормально, не парься. Кнопка далековато. Кажется, нам надо встретиться. Хорошо. Хотя, конечно. Что? Я был на кладбище. Что, кто-то умер? Ты не поверишь, все умерли. Пускай здесь лежит. Где нашел, там и пускай лежит. Vmail. Че это такое? Видеомейл. Тут, блин, станция как тюрьма якорная, бабай. Черепушка. Термос. Патроны. Патроны — это хорошо. Ну, как все красиво. Не будем трогать. Тоже хорошо, хорошо. О! Да. Пацан к успеху шел, не фартануло. Так. Так.
Фред Гроссман. Нет, нельзя. Тебе нужны какие-то особые патроны, да? Понятно. Собака, а? А, я, наверное, сюда не пойду. Отправит нахрен, блин. То, чтобы сильно помогло. Это жизнь. Это не кабинка. Прикольно. О, свет, это хорошо. Оттуда пришли. Вот здесь. Ага. Флешка. В три оптимум заботятся о чистоте на рабочем месте, поэтому мы рядом рады представить вам проект облагораживания станции «Цитадель». Мы установили на станции блоки переработки. Туда можно будет сдавать металлолом и обычный мусор. Взамен вы получите 3 кредита, которые вы сможете потратить на различные полезные вещи. Вместе мы сохраним порядок на станции, но вы сможете немного подзаработать. Примечание. Допускается сдавать только мусор. Злоупотребление блоками переработки преследуется по закону. Вот так вот. Это, наверное, новый код. Отчет инженера. Ага.
Что там у нас еще? Ясно. Так, ну здесь мы были, да? Что это у нас такое? Сломанный пистолет. Не, у нас целый есть. Зачем нам сломано? Блин, столько всякой херни. Да. Ладно. О. Чем мы еще на первом уровне, что ли? О, блок переработки. Можно все перерабатывать, всякую фигню. Побегать по уровню, пособирать. Ага. Good, good, good. Так, и тряпки. И вот эту вот штуку. Нас кредит. Свет. Свет, 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 свет. О, это ж этот сторож. Еще один пистолет, отлично. Куда мне его скинуть вообще? Пускай он здесь вот лежит. Я потом подберу. Красота. Что у нас с Сатурном был, да? Не жрать всякую гадость. Вы прям как эти, как
как мутанты из GTFO. Пойдем дезинтегрируем, посмотрим, как он работает. Бот уничтожен, да. Понятно. Так. То есть нужно смотреть, сколько это будет стоить еще. Из людей делает киборгов. Какой ужас. Патроны — это хорошо. Такое ощущение, что те, которые в одежке, они более живучие. Что тут у нас такое? Патрон с тефлоновым покрытием. Что тебе? Магнитные импульсные кассеты какие-то. Допустим. Так, больше ничего интересного нету. Да. Что это у нас тут такое всякое? Смотрите-ка, еще один пистолет. Спарк ТБ-05, да. Стоит что-нибудь. О, один кредит стоит. Это что у нас? Один кредит. Угу.
Ну что, будем сейчас собирать всякие припасы там и так далее. Ну да. Ну ладно, первую палубу мы так не обошли. Хотя очень старались. Но я думаю, что хватит на этот раз. Спасибо за то, что были со мной. Вы увидели, что это за игра, по крайней мере. Вот сейчас я в нее буду продолжать играть. Концепция, конечно, очень напоминает System Shock 2. Из разряда того, что там был изолированный корабль. Ну, в общем, да, System Shock, ёкарный бывай. Что тут выдумывают-то? Да, мне пока что нравится. И да, буду продолжать играть. Так что спасибо за то, что были со мной. Лайки, шары, комменты, донаты. Заходите на наш Discord сервер в Telegram или там в ВК. И увидимся в этой или какой-нибудь другой игре. А на сегодня все. Пока-пока.